Рождественские открытки, елочные украшения, куклы, программки праздничных спектаклей и книги. Новая выставка под названием «История новогодней игрушки» расположилась в южном флигеле музея-заповедника «Горки Ленинские». На выставке представлено более 200 предметов. Какие-то размещены у нас в виде инсталляций подобных, которые отражают быт еще усадебный. Да, здесь мы видим кресло, очень интересная выставка, вышивка выполнена на нем гобеленовым швом. На нем же располагаются из частного собрания Ольги Шляховой медведи. Медведи 1950-х годов. Все экспонаты из фонда музея-заповедника и частных коллекций. Жемчужина выставки – новогодние игрушки семьи Ульяновых ручной работы. Работы, изготовленные в технике папье-маше. Коллекция игрушек семьи Ульяновых сохранилась до наших дней. Около 8 игрушек. У нас сегодня на нашей выставке представлены не все. Дело в том, что в этом году нам удалось посотрудничать с музеем-заповедником Коломенское, где представлена на тоже новогодней выставке игрушки семьи Ульяновых. У нас представлено на выставке 2 игрушечки. На выставке можно проследить эволюцию елочных игрушек с 30-х до конца 80-х годов прошлого века. Со временем на смену самодельным украшениям из бумаги пришли всем нам хорошо знакомые стеклянные. Наиболее интересными в коллекции являются игрушки 1950-х годов, представленные на таких о них прищепках. До наших дней по понятным причинам их сохранилось наименьшее количество. Здесь отражены также темы, которые отражались в этот момент идеологии государства. Это дружба народов, освоение космоса. Посетителям выставки будет интересно сравнить дореволюционные рождественские открытки с новогодними, что выпускались уже в советское время. Кстати, пройдя на сайт музея по специальному QR-коду, можно не только хорошенько их рассмотреть, но и прочитать, какие послания на них оставляли наши предки. Выставка будет открыта для посетителей до 15 января 2023 года. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.